Вчера я захотела себе сделать тост из хлеба, но у меня нету тостера. Зато есть электронная плита. И я подумала, а почему бы мне просто не положить кусок хлеба на конфорку? Ну, типа, она нагревается, следовательно, он чуть-чуть поджарится, а потом я его просто уберу. Подумала я. Я так и сделала, но проблема в том, что оказалось, что это все дело нагревается очень быстро, и мой хлеб сгорел. Не забудь подписаться. Ну, ничего страшного, подумала я, подняла его, немножко так соскребла корочку и съела. А плиту мне было лень мыть. И я подумала, завтра. Наступило завтра. Я просыпаюсь и хочу завтракать. Подумала я, понедельник, с понедельника как бы худеют, надо бы сварить себе гречку. Отличная идея. Я беру гречку, кидаю в кастрюлю, ставлю на плиту и ухожу краситься. Спустя время я чувствую, что что-то как-то пахнет. Я подбегаю к плите и вижу клуб черного дыма и вспоминаю, что я не помыла плиту.